хочу показать сегодня телефон BQ6022G, который был куплен месяц назад за 5390 рублей. Технические характеристики его такие: 8 гигабайт встроенной памяти, 4 гигабайта оперативной памяти, 8 мегапикселей камера. Этот телефон проработал 2 недели. За 2 недели его работы он работал неадекватно. А именно, при поступлении входящего вызова нужно переместить кружок либо вверх, либо вниз. Вверх принять вызов, вниз отклонить вызов. И этот кружок не перемещается с первого, и с третьего, с пятого, десятого раза. Когда идет вызов, нужно выключить дисплей, включить и попытаться после этого переместить кружок. Плюс к этому, что он сам по себе почему-то бывает перезагружается, ведет себя как-то совсем неадекватно. В общем, кусок говна. Почему у меня поработал всего лишь 2 недели? Да потому что меня уже заколебали эти его глюки. Я немножко ему помог отключиться, а именно ударил его по дисплею, потому что уже вот эти глюки совсем невыносимы были. Были очень важные звонки, которые я не смог принять из-за этого куска дерьма. Разозлился, по дисплею ударил, и на тач-скрине получилась вот такая трещина во весь дисплей. Сейчас из-за этой трещины этот телефон совсем не реагирует на какие-то движения. Я видел много телефонов, у кого тачскрин в паутину, и тачскрин спокойно себе работал, функционировал, никаких глюков не выдавал. Что за этот кусок дерьма собрали, который стоит 5390 рублей? Я не понимаю. Сейчас этот тачскрин совсем не работает. Поначалу, когда была трещина на половину дисплея, левая часть как-то еще могла реагировать, правая уже нет. Сейчас трещина вдоль всего вот этого дисплея, тачскрина. И сейчас тачскрин совсем не работает. В общем, хочу сказать, что телефон полное говно. Сделан он в Китае. И вообще, вот эту марку нужно, наверное, избегать. Я в дальнейшем этой модели, марки и не буду приобретать. До этого пользовался BQ5030. Он у меня отслужил свои 1,5 года. А вот этот кусок дерьма и 2 недели не смог прожить. В общем, телефон полное говно. Китайцы пересосали. Берегов своими узкими глазами не видят. Шлепают кусок. Приобретал его дерьма. Менеджер мне заявил, что этот телефон новая модель у этой марки BQ, что есть функционал 4G, процессор неплохой из этой линейки ценника. То есть берите, нахвалил его, а на деле это кусок дерьма. Вы можете много там
комментировать, говорить, что может быть брак какой-то заводской, может быть я что-то не сделал, не обновил, например, систему. Вот сколько телефонов было, никогда не обновлял. Все было ровно, и мне из сервиса люди говорили, не надо обновлять, чтобы не вредить телефону какими-то обновлениями. То есть, кому как, кому-то нравится, кому-то нет, но вот для меня это кусок дерьма, который больше я никогда не куплю. Судить вам, я хотел до вас донести какой-то кусок дерьма. Может быть, кому-то открыл глаза, прояснил и что-то еще. Ладно, всем пока.